состав обрус музыкантами. Имени он таков. Виктор Цой, гитара-вокал, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, ударная, и Игорь Тихомиров, который играет на бас-гитаре. Ну а сейчас давайте попросим музыкантов на сцену. Добрый вечер. Странный у нас вечер сегодня. Сегодня первый блин клуба «Вералка». Как он? Открываю свой зонт. Я выхожу под поток атмосферных осадков. Я понимаю, что это капризы природы. Мне даже нравится чем-то эта погода.
Мне надо чем-то лечить душевные травмы. Я так немного наверх буду, здесь микрофон ниже не спускается, так что... Течет вода, очень много течет воды. Говорят, так должно быть здесь. Говорят, это как всегда. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне берег. Знаешь, каждую ночь. Мы приходим домой к себе. Люди ходят из дома в дом. Мы сидим у окна вдвоем. Хочешь, я расскажу тебе. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне берег. Знаешь, каждую ночь. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне берег. Знаешь, каждую ночь. Часто проходишь мимо, не видя меня, с кем-то другим я стою не дыша. Я знаю, что ты живешь в соседнем дворе, ты идешь не спеша, не спеша. Oh,
стою под твоим окном. Ты поливаешь цветы, поливаешь цветы, а я до темна стою и сгораю огнем. И виной тому ты, только ты. Половина это не любовь. Половина это не любовь. Научи меня всему тому, что умеешь ты. Я хочу это знать и уметь. Сделай так, чтоб сбылись все мои мечты. Мне нельзя больше ждать, я могу умереть. О, это не любовь. Что-нибудь слышно? А гитара это... Можно погромче гитару сделать одному. И за красивыми узорами льда мертва чистота дна. Фонари за окном горят почти целый день. В это время я не верю глазам, я верю часам. И теперь я занят только охраной тепла. Вот ушел еще год, сколько останется нам. Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна. Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна. Я люблю этот город, но так страшно здесь быть одному. И за красивыми узорами льда мертва чистота окна.
Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна. Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна. Я люблю этот город, но так страшно здесь быть одному. И за красивыми узорами льда мертва чистота окна. С кем, кто хочет быть судьей, кто помнит все имена. Нам не хватает тем, не нарушай покой, эта ночь слишком темна. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна. Ты уже слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал. Ходит время, чтобы уйти. Никто не уйдет навсегда. Парламентеры один за другим, и каждый знает горечь плода. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна. Ты уже слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал. Хочется спать, но вот стоит чай, и горит свет 100 свечей. Может быть, завтра с утра будет солнце, и тот ключ в связке ключей. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна. Слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал. Смывают следы на песке. Я слышу, как ветер поет свою странную песню. Я слышу, как в стране
струны деревьев играют ее. Музыку волн, музыку ветра. Здесь трудно сказать, что такое асфальт. Здесь трудно сказать, что такое машина. Здесь нужно руками кидать воду вверх. Музыка волн, музыка ветра. Вас вспомнит о тех, кто сбился с дороги. Кто из вас вспомнит о тех, кто смеялся и пел? Кто из вас вспомнит, чувствуя холод приклада? Музыку волн, музыку ветра. Музыку волн, музыку ветра. Цель далека, ночью так часто хочется пить. Ты выходишь на кухню, но вода здесь горька. Ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Хотел быть один, это быстро прошло. Ты хотел быть один, но не смог быть один. Твоя ноша легка, но не имеет рука. И ты встречаешь рассвет за игрой в дурака. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Ты стремишься скорее уйти. Телефонный звонок, как команда вперед. Ты уходишь туда, куда не хочешь идти. Ты уходишь туда, но тебя там никто не ждет. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой.
Тиховато, да? Ребят, тиховато, да? Вот эту хотя бы гитару можно погромче? Еще. Она же не заведется. Белая гадость лежит под окном. Я ношу шапку и шерстяные носки. Мне везде неуютно, неуютен мой дом. Как мне избавиться от этой тоски? По вам солнечные дни, солнечные дни. Солнечные дни. Мерзнут руки и ноги, и негде сесть. Это время похоже на сплошную ночь. Хочется в теплую ванну залезть. Может быть, это избавит меня от тоски. По вам солнечные дни, солнечные дни, солнечные дни. Я раздавлен зимой, я болею и сплю, и порой я уверен, что зима навсегда. Еще так долго до лета, а я еле терплю. Но, может быть, эта песня избавит меня от тоски. По вам солнечные дни, солнечные дни. Огня, дым из сетки календаря, выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает снег. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших следах эх, пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Электрический
Белый свет продолжает наш день, и коробка от спичек пуста. Но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе, это схема проста. И больше нет ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Слишком поздно лег, сегодня рано встал. Я вчера слишком поздно лег, я почти не спал. Мне, наверное, с утра нужно было пойти к врачу. А теперь электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу.
холодно, и в то же время как-то тепло. В тамбуре накурено, и в то же время как-то свежо. Почему я молчу, почему не кричу, молчу? Электричка ведет меня туда, куда я не хочу. Электричка ведет меня туда, куда я не хочу. Электричка ведет меня туда, куда я не хочу. Ooh, 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 ooh,
картину, оставь мне свой номер. Я, может быть, позвоню. А вообще я не знаю, зачем мне нужны эти цифры. И я уже даже не помню, как там тебя зовут. И теперь для меня номера телефонов как шифры. Уходи, оставь телефон, иди. Уходи, оставь телефон, иди. Чисто случайно, я даже не помню где. Вероятность второй нашей встречи равна нулю. А теперь ты не хочешь идти, говоришь, что не можешь уйти. Уходи, я тебя не люблю. Уходи, оставь телефон, иди. Уходи, оставь телефон, иди. Уходи, оставь телефон, иди. Уходи, оставь телефон. Раз. Спокойная ночь.
это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Соседи приходят, им слышится стук копыт. Мешает уснуть, тревожит их сон. Те, кому нечего ждать, отправляются в путь. Те, кто спасен. Как-то спасен, а тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь.
я снова человека цели болтаю. Целый день гуляю, не знаю, я ничего не знаю. Я бездельный бог, мама, мама, я бездельный бог. Я бездельный бог, мама, мама. Вдвоем с тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты конфеты ешь. И светят фонари давно, ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову в кабак, конечно. Восьмиклассница. Ты говоришь, что у тебя по географии трояк, а мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Мамина помада, сапоги старшей сестры. Мне легко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары. И в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. 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 Слева, и я должен там сесть. Не пойму, почему мне так холодно здесь. Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год, и мы тонем. Хотя каждый знает, где брод, и каждый с надеждой глядит в потолок троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Люди, братья, мы седьмая вода, и мы едем, не знаю, зачем мы, куда. Мой сосед не может, он хочет уйти, но не может уйти, он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть прок в троллейбусе, который идет на восток. В троллейбусе, который идет на восток. В троллейбусе, который...
от шофера, но троллейбус идет и мотор заржавел, но мы едем вперед, мы сидим не дыша, смотрим туда, где на долю секунды показалась звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который... Как новый мотор. Мы в 14 лет знаем все, что нам надо знать. И мы будем делать все, что мы захотим, пока вы не уграбили весь этот мир. Нас еще до рождения наделали дыр. И где тот портной, что сможет их залатать? Что с того, что мы немного того? Что с того,
что мы хотим танцевать. Наши сердца работают как новый мотор. Почему и чего мы еще должны ждать? Мы будем делать все, что мы захотим. А сейчас мы хотим танцевать. Хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Спасибо. Сейчас Виктор, наверное, немного отдохнет и ответит на ваши записки. Тут пришло очень много, вот, и думаю, что интересно будет вам. Ваш любимый писатель, композитор, классический поэт, художник, называть быстро. Писателей любимых много, композитор Имр Кальман, поэт, Шинкарев, художник, Котельников, называть быстро, не знаю что. Из всех ваших песен есть ли у вас самая любимая? Или любимые все? Нет самой любимой, и... Все тоже не очень любимые. Я думаю, что те, которые еще не написаны или которые недавно сделаны, они как-то мне больше нравятся. Остальные так уже. Как бы не мои. Ваш любимый афоризм. Чай не водка, много не выпьешь. Чем объясняется такой состав? Такое это вот отсутствием, так сказать, остальных, отсутствием аппаратуры и... Какой именно транквилизатор использует товарищ Купарян? Это мы у него спросим потом. Каким вам представляется в будущем группа кино? Таким же, как и сейчас. Так, такой же. Я имею в виду по составу.
Виктор, приглашаем вас выступить в музыкальном училище имени Римского-Корсакова. Я слышал, что ты окончил училище имени Щукина. Где можно посмотреть на твои картины? Училище имени Щукина не оканчивал. В училище имени Римского-Корсакова с удовольствием выступим, а на картину посмотреть. Редко очень выставляюсь, трудно посмотреть. Так. Витя, куда делось пиво из солнечных дней? В свете борьбы за безалкогольность? Кстати, последний герой с другой версии значительно лучше слушается. Так, пиво делось вовсе не из-за борьбы за безалкогольность, просто, так сказать, замена строчки мне больше нравится. Это больше соответствует. Так. Ну, это там, я не знаю, наверное, не всем понятно. Последний герой действительно, может быть, лучше слушается, но вот в таком варианте вот так, как там, не сыграть. Как вы относитесь к аквариуму? Считаете ли вы, что эта группа выше всех на ступени? Так, к аквариуму отношусь положительно. Нет, единственное, что я сторонник более жесткий. Относительно того, что вышли эта группа на ступень, я думаю, что сейчас в Ленинграде на данном этапе это может быть единственная группа, у которой уже всего, так сказать, на своего и только своего коньяка, остальные, может быть, еще не совсем. Трудно сказать, я за себя не могу. Что в ленинградском рок-клубе вас больше всего огорчает, и что вы хотели бы оставить неизменным? Так. Ну... Особенно меня ничего не огорчает. И особенно ничего не хотелось бы оставить неизменным. Какая из групп Ленинградского рок-клуба вам нравится? И вообще ваша любимая группа рок-клуба? Нет любимых групп. Единственное, мне нравится с точки зрения... так сказать, убедительности. Может быть, есть какие-то у меня там свои претензии к музыкальной части, но вот эта группа «Странные игры», «Алиса», «Аукцион». Какие еще? Ну, «Аквариум», не знаю. Вы воспеваете подростков, музыку улицы. А хотелось бы вам быть близким людям среднего пожилого возраста? Мне хотелось бы быть близким своим ровесникам. Вот если близким на самом деле, потому что тем, кто старше, они, так сказать, это все могут понять, может быть, но, наверное, не могут почувствовать. Виктор, что у вас больше всего вызывает протест? Все. Кто вы больше, поэт или композитор? Я не считаю себя ни поэтом, ни композитором. Как это называется? Автор-исполнитель? Я член группы «Кино». Считаете ли вы себя звездой ленинградского рока? Трудно считать себя звездой и работать в котельной. Хотели бы вы, Виктор, устроить небольшое соперничество с солистом какой-либо рок-группы? Например, с Борисом Гребенщиковым. Только честно. Так, я несколько не понимаю, какого рода соперничество.
В смысле девушек, в смысле физической силы или в смысле, так сказать, конкуренции как музыкантов? Вот я думаю, что, так сказать, устраивать его смысла нет, поскольку если иметь в виду какое-то музыкальное соперничество, то оно имеет место быть. Ну а кто тут побеждает, это виднее вам. Я думаю, что Пака Борька. В смысле массовости. Ваши любимые заграничные ансамбли, которые оказали воздействие на вкус и манеру. Опять-таки, нету любимых заграничных ансамблей, но очень много слушаю музыки различной, нашей, зарубежной. Нет, а конкретно кто, трудно сказать. Ну, какие-то новые ребята. Как вы относитесь к своим фанам? Вас греют, что они есть. Какое бы напутствие вы им сказали? Ну, конечно, это очень приятно, когда кому-то нравится то, что ты делаешь. Что касается напутствия, то не знаю. Я думаю, что это все можно услышать из песен. На этой гитаре патруль. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно. И мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, в брезентовом поле три чукотских мудреца твердят, твердят мне без конца. Металл не принесет плода, игра не стоит свечи, результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле злое белое колено пытается меня достать. Колено болит вены, в надежде тайну разгадать, зачем я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле кнопки, скрепки, кнопки, дырки, булки, уют. Здесь тракторы пройдут, упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Мы замедлили их. Декабря где-то у нас концерт, целая группа, по-моему, это филологический факультет, не знаю, чего устраивает. Где еще, не знаю. Могут где-то в рок-клубе справлять. Теперь, чтобы новое играть, надо какой-то ход совет. Вот так? А так не слышно. Не слышно.
Раз, два. Вот так лучше. Твои туфли на манной каше, и куда ты засунул свой двубортный пиджак? Спрячь подальше домашние тапки, папаша. Ты ведь раньше не дал бы за них и пятака. Когда-то ты был бит никому, когда-то ты был бит никому, когда-то ты был бит никому, когда-то ты был когда-то бит никому. Готов был отдать душу за рок-н-ролл, извлеченный из снимка чужой диафрагмы. Теперь телевизор, газета, футбол, и довольна тобой твоя старая мама. Когда-то ты был бит никому, когда-то ты был бит никому, когда-то ты был бит никому, когда-то ты был когда-то бит никому. Прошло безвозвратно, охладили седины твоей юности пыл. Но я верю, и верить мне в это приятно, что в душе ты остался таким же, как была. Когда-то ты был бит никому, когда-то ты был бит никому, когда-то ты был бит никому, когда-то ты был когда-то бит никому.